Доброго дня, шановні члени виконкому. Розглянувши звернення Кострикіна, це мешканка будинку по вулиці Заводська, управління повідомляє наступне. Управління містобудування та архітектури були надані ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» вихідні дані, містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва. Назва об'єкту – реконструкція нежитлових об'єктів під комплекс прибережних та портових будівель споруд інженерно-транспортної інфраструктури по прийманню вантажів сільськогосподарської продукції для навантаження суден на причалах у морського порту. Вихідними даними передбачено, що проєктування об'єкту будівництва повинно здійснюватися з додержанням діючих будівельних, санітарних норм та діючого законодавства. Також визначені планувальні обмеження згідно з вимогами містобудівної документації, тобто генеральний план і план зонування. І ці обмеження для об'єктів комунальної забудови 4-5 класу шкідливості. Тобто для цих об'єктів цих класів є відповідні санітарно-захисні зони, які можуть зменшуватися за умови виконання певних технологічних, планувальних заходів і так далі. Тобто все це повинно було бути враховано при розробці проєкту. Також в містобудівних умовах зазначена необхідність розроблення проєкту ОВНС з заходами щодо безпеки навколишнього середовища згідно з діючим ДБН. ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» було одержано звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля від управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, а також одержано дозвіл на виконання будівельних робіт від управління державного архітектурного будівельного контролю Миколаївської міської ради. Хочеться зазначити, що на теперішній час розроблений детальний план, в якому, як теж він наступним питанням буде пропонуватися до затвердження, в якому вже врахована потреба відселення мешканців будинків, трьох будинків по вулиці Заводська 35, це корпуси 1, 3, 5, і тільки після цього буде можлива реалізація детального плану по будівництву додаткових перевантажувальних потужностей. Можна? То есть у вас висновок там все в порядке? Нет, там... Вот вы нам лучше скажите, что не в порядке. Начнем с того, да? Давай. Я вам дам фотографию, вы посмотрите, где вы строитесь. Дайте, пожалуйста. У вас согласно всех норм при строительстве такого рода объектов, первое должно быть огорожа. Там есть огорожа? Вот посмотрите, там как раз фотография, стоят машины на дороге, рядом дом, и стоит кран, который подает наверх, туда какие-то строительные... Дороги без временного ограждения, да. Почему нет ограждения, какие меры мы можем принять к этому? Это я расскажу, я туда выезжал в воскресенье, в этот момент, в это воскресенье, наверху работали сварщики. Я приехал на своей машине. Вот электроды оттуда летели, как вниз. А там дети бегают, там люди уходят, там никакого ограждения нет. Вот первое, идет стройка. Серьезная стройка. У нас, если предприниматель строил ларек, его бы 8 раз заставили построить забор трехметровый вокруг. У нас идет стройка, никакой огорожи нет. Почему? Это нарушение технологии строительных работ. То есть для каждого объекта разрабатывается в составе проекта. Я понял. План. Есть забор или нет? Забора нет. Должен быть? Должен. Если... Почему нет? То есть это нарушение... Ваши меры, какие вы готовы или город должен принять немедленно для того, чтобы остановить эту стройку, пока не будет забор. Полномочия по остановке стройки есть у нашей инспекции ГАСКО. Почему до сих пор вы не обратились? Почему вы до сих пор не обратились? Вы же шли сюда докладывать ситуацию. Это мы говорили 2 недели назад. Вы меня услышали? Я услышал, да. Давайте расскажите, когда туда выйдет газ и когда это все остановится. По нашей информации, газ выходил по обращению жителей, был несколько раз на этом строительстве. Ну, пока результат, все видят, что стройка продолжается. Понятно. Ну, то есть, смотрите, еще раз.
И я за то, когда предприниматель поставил какой-то ларек не в том месте, у нас Ермолаев его этим краном и вывозит. Но если это какой-то инвестор уже с деньгами, да, наверное, какой-то интерес у кого-то есть, это я не могу понять, то идет стройка сумасшедшая, элементарно, без забора. Зрозуміло питання. Давайте дамо доручення. ГАЗ сьогодні вийде. Вжити заходи відповідно до чинного законодавства. І так, можна ще вопрос? Зараз я... Ні, не надо. Ви говорите, ну просто, оно однобоко, що ж? Ви туди попали через Курлюса. Ну, через Гражданську заїжджали или по Третьей Слободской? Через порт я заезжал, по заводу, по заводской. Ну, через Гражданскую, наверное, да? Ну, и вы видели, что там ведется еще реконструкция переездов. И что? Ну, вокруг переезда тоже нету забора. Так давайте тогда и Укрзалезницы давай. Давайте, я же против, что ли? Мы же сейчас не про Укрзалезницу говорим, уважаемый. Мы говорим про 35 номер по улице Заводской. Он находится там 20 метров. Вот когда мы сейчас перейдем к вопросу Заводской 27, который будет, он под номером 52, мы там зададим вопрос. Хорошо? У нас в повестке дня это есть. Теперь да. Члены виконкому, ми вже між собою. Давайте так, приймається, даємо доручення ГАЗу сьогодні відпрацювати. Архітектури долучиться. Тепер далі. Зараз, подождіть, женщина. 13 августа 2018 года в заводской администрации был, что это называется, с керівниками підприємств, з мешканцями корпусів будинку. Протокол номер 1. Присутствовал Карцев Сергій Николаевич, Андрієнко, міський голова. По пунктам. Було доручено підготувати графік розробки проєкту державно-приватного партнерства, яким передбачити такі основні напрямки. Пошук земельної ділянки для будівництва та можливого проєкту житлового будинку, інвентаризація наявної житлової площі для реєстрації на ній громадян і так далі, протягом до місяця, тобто до 13 жовтня. Доручив шановний Сенкевич. Що зроблено? На сьогоднішній день зроблена інвентаризація квартир, тобто було доручення. Наш квартирний відділ зібрав всі дані, всі дані по кількості, да, ще. Практически все, я говорю. Да, вывешены на прошлой неделе объявления на дома. А это было еще 13 августа. Владимир Иванович, разрешите? Да, конечно. Значит, поскольку имел непосредственное отношение к этой работе, предварительная информация собиралась тогда в положенные сроки для того, чтобы проводить предварительные переговоры с возможным застройщиком для приобретения жилья по переселению этих граждан. Сейчас мэром дана команда уже собирать, и вы, как вы говорите, были вывешены из заводской администрации соответствующее объявление, официально подтверждающие документы на право собственности на это жилье, которое находится по этим адресам. Первое. Второе. Относительно... относительно поиска... Я прошу прощения, я задал совершенно другой вопрос. Я же по пунктам. Я по пунктам. Нет, вы не по пунктам. Я задал вопрос. Подготовлен график разработки проекту. Все. Простой вопрос. Подготовлен. Я не закончил. Нет, подождите, вы отвечаете, тут будет, мы дойдем до расселения. Я читаю по протоколу. Я иду изначально. Давайте поговорите о графике. Я говорю о графике. Предварительно собиралась информация для возможного поиска застройщика по квадратуре и количеству соответствующих квартир. Это предварительно, изначально. Я задал вопрос. То, что в протоколе установлена дата 13 жовтня. До 13 жовтня. Да. Рассказываю дальше. Одним из основных пунктов этого протокола это было изготовление детального плана территории. И жители об этом знают. Этот пункт выполнен, да, немножко задержкой. Спасибо администрации морских портов. Они пошли навстречу, и при разработке, вот следующий вопрос у нас будет 51-й, он вроде бы как и связан, но с другой стороны не связан с этим, с этой проблемой. Мы попросили, они пошли навстречу. Они эту территорию тоже включили в этот детальный план территории при разработке возможного своего строительства 8-го причала на своей территории. Для чего? Для того, что мы понимаем, потому что согласно генерального плана, утвержденного еще в 2009 году, и соответственно плана зонирования, эта территория, на которой находятся эти жилые дома, это промышленная зона. Мы видим, в каком состоянии находятся эти жилые дома. В любом случае, рано или поздно станет вопрос переселения оттуда жителей. Лучше это сделать раньше, чем довести до какой-то беды, извините, не дай бог.
Вот. Поэтому еще раз говорю, спасибо администрации морских портов, она пошла навстречу, включила эту территорию в детальный план территории целиком. Мы выполнили этот пункт протокола. Если мы его сегодня утвердим, я вас об этом прошу, в том числе от жителей этих домов, потому что это достаточно важно для дальнейшей работы по поиску и инвестора на этот участок, и приобретения жилья для этих людей. Это основное то, что было сделано. Сейчас, как я уже сказал, официально собираются подтверждающие документы. Я в контакте с этими людьми практически ежедневно. Светлана Васильевна не даст соврать, как представитель жильцов. В курсе с депутата городского совета Сергей Николаевич Карцев по этой теме. То, что мы можем помогать им сейчас, мы помогаем. И ему за это огромное спасибо. Он находит и время, и возможность, и они ему тоже признательны. Поэтому я еще раз говорю, заканчивая по этому поводу, я прошу членов исполкома, присутствующих здесь, все-таки поддержать вопрос 51, потому что от этого зависит дальнейшее разрешение проблем жильцов. А как вы... Можно 52-й закончить? Да. Я простые вопросы всегда задаю на выконкоме. Все чиновники начинают куда-то уходить. Я задаю вопрос. Было доручение господина Сенкевича, как бы я к нему не относился, но было доручение до 13 жовтня подготовить график разработки проекта. Задал простой вопрос. Есть график или нет? На бумаге нет. Нет. Мы шли поступать по решению проблемы. Юрий Иванович, коротко и кратко. Да. Нет. Да. Забезпечити організаційну та методичну допомогу при розробці адміністрацією Миколаївського морського порту ДПТ в разі відповідного звернення. Звернення зроблено, так. Да. Ми виносимо сьогодні на ісполком. Хотілося б додати ще один момент. Підготувати інвестиційний проєкт можливого використання території, яке буде вивільнено в разі відселення мешканців житлових будинків номер 35. Протягом двух місяців, до 13 жовтня. Зроблено? До 13 жовтня не зроблено, як я вам вже сказав. Вопрос в стадії обговорення, в тому числі з двома застройщиками жилих домів на території міста.